You hear a lot of noise. Привет, с вами я, Ольга Рудыка, и вы смотрите Fashion TV. Мы продолжаем следить за модными тенденциями будущего сезона. И сегодня нас ожидает много интересных показов. Но хедлайнером сегодняшнего вечера будет, конечно же, фэшн-шоу Игоря Гуляева. The inner voice, black or white, in a chess man, he doesn't matter, just get sleeps the whole day without care, and spend free time anywhere. Sleeps the whole day without care, and spend free time. Это коллекция «Всю зима». Она посвящена Арктике и столкновению культур. То есть, когда первые завоеватели, покорители Арктики пришли на эту землю и встретили там местные народы, произошло некое взаимопроникновение культур. То есть, военные люди принесли цивилизацию, а аутентичные народы поменяли свой образ жизни. И таким образом, за счет трансформации вот этих культур, произошло некое такое вот, как снег налипает на предмет и меняет его форму и лед. Также культуры налипают друг на друга, особенно в современном мире это актуально, и происходит изменение не только формы, но и сути предметов и вещей. Артем, здравствуйте. Расскажите о своей коллекции, которую вы представили сегодня. Здравствуйте. Это коллекция о людях, которые жили между Российской империей и коммунистической Россией, между Российской империей и СССР. Это коллекция меньше не о войнах, это не коллекция о простых людях, которые работали в пекарнях, почтальоны, садовники, не знаю, банки. Простой народ вас вдохновил на создание коллекции. Очень интересно. Эти люди жили своей... Ну, мы все живем обычной жизнью. Неважно, идет война или что, мы, нам нужно есть, пить. Мы все равно... У нас одинаковые потребности. И это коллекция о людях, которые жили непростой жизнью, в простой своей жизнью, в непростое время. Добрый вечер, Ирина. Показы каких дизайнеров вы уже успели посетить в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia? Ну, я первый раз пришла, поскольку у меня дикая занятость, я прилетела и завтра улетаю. Я пришла на марку Анастасии Гатти, потому что это по мотивам как бы Марджеллы, очень высокий уровень, это такой, ну, высокий фэшн, почти... От кутюр, хотя, конечно, это немножко и прет-а-порте. Но очень высокая мода, такая абсолютно во все стороны, и мне это интересно. К сожалению, не было времени посетить несколько, но сегодня вот пришел на показ уже, как по традиции, второй раз вот я появляюсь на этом показе Игоря Гуляева. И, честно говоря, после прошлого показа было в очень большом таком впечатлении и даже приобрел несколько красивых вещей. А сейчас вот надеюсь, что тоже будет, во-первых, что посмотреть, а во-вторых, что купить. Час
Честно говоря, от Игоря можно ожидать все что угодно, и он действительно чем-то удивит. Я его люблю и как дизайнера, и как человека, и надеемся, что это что-то будет, как он говорит, невероятное в этом сезоне. Мы все в преддверии чуда и счастья, и все в преддверии чего-то особенного и необычного, потому что Игорь Гуляев, он уникальный, удивительный, он любит удивлять, он всегда что-то новое показывает. Слушай, ну я знаю некоторые тонкости, потому что я заходила на днях к нему в гости, я знаю, что стилистика 80-х и 90-х поглотила всю его коллекцию, поэтому... Ну что-то в этом духе будет. Ну он сказал, будет что-то такое неординарное, неожиданное для него, но я жду с удовольствием, сама не знаю. Игорь Гуляев прекрасный, я думаю, удивит нас чем-то неординарным, очень креативным и обязательно то, чего еще не было. Я в этом не сомневаюсь. А показы каких дизайнеров вы также посетили в рамках Mercedes-Benz Fashion Week? Я была у Вадима Мерлиса, и очень понравилась коллекция. И сегодня я у Игоря Гуляева. Как давно вы знакомы с дизайнером? Ой, я знакома с ним много лет, потому что он из Санкт-Петербурга, я из Санкт-Петербурга, поэтому мы с ним родная кровь питерская. Коллекция была действительно роскошная. Что вас вдохновило на ее создание? Я хотел показать всем, что мой модный дом меняется, не стоит на месте, что мы молодежная команда, компания. Мы не делаем одежду только для взрослых. Мы прогрессивны, мы креативны, мы очень в духе сегодняшнего времени. Мы русские, которые живут так же, как живет весь мир сегодня, модные. И в моей одежде мне безумно приятно, что сегодня можно появиться в любой точке планеты. Нигде не останешься незамеченным. Всегда будешь вызывать восхищение, всегда будешь вызывать улыбку, всегда будешь вызывать восторг, потому что это красиво, потому что это очень круто, это очень качественно и стильно. Я вот сейчас первый раз мне удалось вырваться, просто очень плотный график и много новых проектов, но показ своего друга Игоря Гуляева, я просто, это уже традиция. Какие бы дела ни были, как бы я ни был занят. В рамках Mercedes-Benz Fashion Week кого удалось еще посетить? Никого, вот прям с гастролей только приехала, и потом опять уезжаю. К сожалению, не успеваю всех пронаблюдать, проследить, вот так вот попадаю очень... эпизодически. На этой неделе моды я прогульщица. Это единственный показ, который я посещаю. И завтра я буду посещать, естественно, пойду на показ Айшат Кадыровой. Ну вот, в общем-то, из моей недели моды это все. Mercedes-Benz Fashion Week подходит к концу, но мы с вами успели побывать на самых фееричных, модных и стильных фэшн-шоу. С вами была я, Ольга Рудыка. Вы смотрели Fashion TV. I love 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 Fashion TV.